там з мужиком одним клевым познакомились в Израиле, ну тоже бывший москаль ковчане. Говорит, в Сочи, в Одессе холера, слышишь, везде карантин. Там огромная толпа, чтобы уехать с самолетом. Вот такой автомат. Один стакан вот такой. Стоит очередь дикая. Он моет этот стакан, слышишь, все пьют. Холера. И он говорит, я его мою, мою, а он скользкий. Сказывает, у меня из рук разбивается. И все очередь, говорит, я... Слышь, народ, при холере. Я ж снимаю. Я понимаю. А тут у нас попередні наші зйомки, тобто наша попередня творчість. Вон і от. Я